Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на новые акции, которые есть, которых нету. На русском сервере сейчас посмотрим, дали ли нам хоть какие-то плюшки за то, что запортачили. Ну, судя по всему, еще какое-то обновление пришло. Как видите, добавили нам, где-то писали, что приложение имеет встроенную рекламу. У меня здесь обнова на 14 мегабайт. На планшете что-то закачалось целых 100. Не знаю, чего так. Возможно, здесь больше было скачано в первый раз. Из-за этого так и получилось. В общем, сейчас посмотрим. Проверено. Ну, давай открывай. Посмотрим сейчас, что у нас они там понадобавляли. Что есть на русском сервере. И... Боже, как оно долго. Это просто капец. В общем, обновление уже доступно. Это радует, что спустя... Какое там сегодня среда? Спустя 5 дней... У нас наконец-то обновили русский сервер. Ничего удивительного. То, что люди не могли бегать на лаву, на подземке, на другие локации. Компенсации никакой нам не дали. Ну, это нормальное явление. Даже ничего не написали. В общем, вот такой вот единственный пак, супер набор, который нафиг надо. Хрустальный открыли со скином тыковки. Так, ну здесь, в принципе, более-менее можно собрать даже 10-ю, 9-ю. Так, пират. Пират не поменялся, точно такой же, как и был. Ничего интересного на пирате нет. Жара. Счастливое число, кузница. В общем, на русском сервере ничего нового нет. Поехали на английский сервер, посмотрим, что здесь есть интересного, какие плюхи. Может, здесь повеселее, здесь каждый день рынок обновляется. Так, смотрим, апдейт пак. Ну, такое, такое. Кстати, надо посмотреть на плюшки, есть плюхи мои или нет. Так, это топовый пак. О, смотрите, новые книжечки, новые итемы. А, гарантированно 720 медальонов. Гранс. Ну, каждая книжка, походу, дает 720 медалек. Вот так вот. То есть, это сделано для тех, кто не успевает. В принципе, я считаю, для доната это очень полезная вещь, то, что можно будет закончить быстрее сезон. Наконец-то они поняли, либо они это сразу предусмотрели, что люди просто будут не успевать. И вот такая вот темка у нас появляется. Ну, окей. Так, смотрим, что здесь. 7. Такие паки. Ну, такое сегодня рынок на английском. Что-то как-то. Такое. Так, что здесь есть? О, смотрите, опять тоже хрустальный. Практически такой же, как и на русском. Здесь за большой пак 50 зефира дают. Пиратище. Сейчас посмотрим. О, нифига себе, Бигфут и заклинательница. Обновление пирата. Ребятушки, новый пират у нас на английском сервере. Ну-ка, за 1200 жмакнем. Чик-чик-чик-чик-чик. И вот сразу же бигфутик и восьмые мешочки. Ну, в общем, вот так вот. На русском сервере этого, к сожалению, нет. Так, хрустальный показал. Книжечки. Тоже неплохо. Шоппинг-спри есть. Сейчас посмотрим, какой здесь шоппинг-спри сегодня. И потом побежим на АС-сервер. Интересно, что там у нас поменялось. Так, о, смотрите, нифига себе. 20 оккультиста даже продают. Зефирка так и 2. Дрога, камешки. Вот продают уже эти смены полным ходом. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо. Так, вот, наверное,
Нет, это не мои плюхи. Они так и не прислали. Надо будет писать в ТП, где мои плюхи за яички. Так, давайте посмотрим Тайвань. Тайвань, может там что-то интересное есть. И немку еще посмотрим. И побежим на АС-сервер. Надо будет потом рамки настроить. Так, что у нас на Тайване интересного? Такс. Яйца. Люхи. Тоже книжки добавили, как видите, новые. Так. Все то же самое. Такого ничего больше нету. Так. Что тут по акциям? Яйца. Еще каких-то две акции. Сейчас мы их посмотрим. Так, понятно. Это тоже что-то такое за донат. Донатная фигня. Да. Лесенка, я когда-то вам ее показывал. Ой, себя. Такс. Хорошо, поехали на немку. Посмотрим немку, что нам приготовила немка. Ну, в общем, видите, пока только с нового добавили у нас iPhone дергается как-то. Обновляется. Так, что у нас по немке? По немке у нас такой вот пак за покупку. Такой. 10 штучек продают. Так, рунки. Базар. Посмотрите на этот базар, ребят. 11К и вы получаете обалденные плюхи. Просто жесть. Вот реально, немка, реально красавчики. Смотрите, тут 10 камней за 5К, блин. Тут один камешек. Сменка. Ну, я считаю, это реально топчик. Восьмые эмблемы. Немка просто... Красавчики. Так. Алхимик. Это я не знаю, что это такое. В общем, немецкий сервер, как обычно, на высоте. На высоте, ребят. Смотрите, огник. Так, окей. В общем, не будем расстраиваться. Давайте еще забежим на арабку. Глянем, что на арабском сервере. Что там за плюхи дают, есть за сам халява какая-то. А тут нас сейчас будет обновление просить. Ладно, давайте пока обновим его. Или может будет без обновления забежать. И нельзя. Без обновы нельзя. Так, давайте арабку. Индонезию. И побежим сейчас с вами на АС-сервер. Посмотрим. Тут то же самое. Я сейчас поставлю на обновление. Так, а мы с вами забежим в Castle Clash на наш аккаунтик веселый. Так. Захват. Сейчас я попробую захватить. Отлично. Отличненько. Вот так вот будет. Так, что у нас есть сегодня? Тут должно быть похоже все к английскому серверу. Так, у нас есть такой же базар. Набор августа, книжечки тоже, как видите. Книга дифирамбов называется, 720 дифирамб медальона дает. То есть возможность прокачать намного быстрее. Я думаю, кто имеет возможность донатить или ленивый, может забирать. Больше плюх тут никаких таких нету. Что у нас есть тут? Разбиватель яиц. Наймикс 10, кстати, есть. Добыча пирата. Бесплатно. Ого, нифига себе.
Нифига себе, тут тоже добычу пирата поменяли. Тут, ооо, трифит. Нифига себе, посмотрите на эту добычу. 5 мешков огника. Ронин. Заклинательница. Вообще обалдеть. Кстати, ребятушки, мы вытащили еще одну недостающую леву, причем с бесплатки. Это у нас заклинательница. Только у нас не хватает самоцветов. Ну и на этом спасибо, IGG. Получаем наши плюшечки. Так, магическая рулетка. Ну, я вам показывал ее. Давайте забежим еще раз, сыграем. Я вам показывал. Это купонище наш, который можно обменять потом. Я один купон вытащил. Так, 500 камней. Офигеть. А почему бы и нет? Собрать. Рулетка удачи. Набор из базара. Вот, ничего себе. Нормально так кгшек мы получили. 200 сумочек. А почему бы и нет, да, вот вы скажете. Я тоже так думаю, почему бы и нет. Есть, ребятушки, еще плюс один. Еще плюс один герой у нас, офигеть. Просто радует этот сервер. И тут у нас падает. Купить донище, нифига себе. Посмотрите на этот алтарь, ребят. Посмотрите, что тут делается уже. Второй день, а у нас уже хороший алтарь. Так, отлично. Посмотрите на этот алтарь. Купидон есть, тыква есть. Афина, Анубис, заклинательница, Хрон. Я считаю, это вообще обалдеть. Плюс 40 кгшек. Блин, да это круто, реально. Посмотрите, что делается. Ну вот так вот. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали обратно на наш LD Player. Он, как обычно, у нас растянулся. Ну, пусть будет вот так вот. Потом я подправлю его. Поехали, посмотрим. Так, не то мы не туда зашли. Нам сюда надо. Поменялись немножко иконки. В общем, неплохо, я вам так скажу. Мне понравились акции. Так, нам показало, что шарик есть. Отлично. Мне больше интересно, что у вас по акциям есть. Так, вот такие вот плюхи, как и везде. Книжечки. Так, понятно. Наши троны. Ну, здесь ничего сегодня такого нету. Но тут можно целого, блин, отсюда. Дроза, огник, лоз... Короче, мне хочется даже смотреть на эти сервера. Нормальные сервера для игры. Смотрим еще, что у нас на арабском приготовили нам. Ну, все те же самые плюхи. Никакой такой халявы нет. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.